Ростелеком совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России представляют шоу «Дети на льду. Звезды». Их было 400 в 10 городах России. В это воскресенье 6 мальчиков и 6 девочек встретятся лицом к лицу со своими соперниками и с нашим жюри на Ледовой арене в Москве. Полуфинал. Правила ужесточились. Им придется быть еще собраннее, оригинальнее и артистичней, чтобы пройти в финал. Не пропустите незабываемые выступления юных фигуристов в шоу «Дети на льду. Звезды». 19 июня в 13:00 смотрите полуфинал шоу на канале «Все ТВ» интерактивного телевидения «Ростелеком».